В этот уикенд в южной столице прошла книжная выставка «Алматы. Китап жарминкесе». Свою продукцию алматинцам и гостям города представили свыше 50 отечественных книгоиздателей. На культурном событии побывала и наша съемочная группа. С трудами казахстанских писателей ознакомился Диас Махамбетов. Белые шатры на площади имени Шохана Валиханова развернули представители свыше 50 отечественных издательств и книжных магазинов. Посетили культурное событие и ознакомились с книжным ассортиментом аким города Ерболат Досаев, а также министр культуры и спорта Даурен Абаев. По словам министра культуры и спорта Даурена Абаева, подобные ярмарки содействуют развитию книжной культуры. Только в этом году в свет выйдет множество изданий под авторством отечественных писателей и поэтов. В этом году планируется выход серии «Новой казахской литературы», где будут опубликованы труды молодых писателей, новых имен. Вместе с тем в этом году будет опубликована серия детской литературы с общим тиражом 72 тысячи экземпляров. Все это, несомненно, послужит популяризации и развитию казахстанской книжной индустрии. Один из самых молодых казахстанских писателей Ильяс Юсупжанов отмечает, что подобные ярмарки должны проходить как можно чаще, поскольку они сближают читателя с автором и формируют правильную культуру чтения, а также служат хорошей площадкой по обмену опытом с коллегами-писателями. Это такая большая возможность объединить, поймать вот эту коллаборацию между всеми деятелями культуры различных сфер. Поэтому я считаю, это большая миссия для того, чтобы рассматривать совместные проекты, видеть друг друга, знать в лицо, знать, какому развитию, какому продвижению мы сегодня идем, стремимся, и также ознакомиться с результатами работ. В восторге от мероприятия и сами жители. Они с раннего утра пожаловали на культурный праздник в поисках интересных и полезных книг как для себя, так и для близких. Тут очень много книг и литературные, и про бизнес, там, и про психологию. Вообще выбор такой, ассортимент большой. Еще очень хороший плюс в том, на эти книги, из-за того, что это выставка, делаются некие скидки. Это очень хороший плюс. Мои дети занимаются по учебникам издательства «Книжный горизонт». И сегодня я нашла еще для них учебники на английском языке. Я хотела бы, чтобы они изучали английский язык. И вот с малых лет у них для чтения есть учебники английского языка. Среди богатой палитры изданий на ярмарке представлены экспонаты Музея редких книг и рукописей Национальной государственной книжной палаты. Мероприятие сопровождал праздничный концерт, разнообразные творческие номера писателей и поэтов. Гости и жители мегаполиса участвовали в интеллектуальных викторинах. Победителям вручены корзины с книгами. Диас Махамбетов, Сагынгали Мунайтпасов, телеканал «Алматы».